Как быстро и надежно отремонтировать многотонный самосвал? Ответ знают в Мирнинской автобазе. Здесь трудятся опытные и умелые мастера. Именно от них зависит, как быстро автомобиль вернется на линию после поломки. О человеке, который следит за состоянием сразу 80 машин, расскажет Руслан Фаткулин. Устройство каждой из машин механик знает наизусть. Сверяться со справочниками некогда, ведь после ремонта вернуть технику в работу нужно как можно быстрее. Да и ремонтные боксы здесь никогда не пустуют. У нас порядка 5-6 машин каждый день стоит. Ну и сходы еще, то ну больше. Бывает до 10, до 12. Особенно большой пик машин в зимний период, когда морозы сильные, вот машины заезжают. Уже в детстве Дмитрий не отходил от отца, когда тот ремонтировал машину. Позже поступил в автотранспортный факультет Красноярского технического университета. Проработав несколько лет водителем, понял, намного интереснее знать автомобиль изнутри, чем просто сидеть за рулем. Работать Дмитрию приходится не только в боксе. Выезжают и на автозимники перегонять новую технику в Мирный, из Усть-Кута и Москвы. Как работник, несмотря на его молодость, он высокого профиля, и как по машинам специалист хороший, разбирается во всем. Но он без этого, даже в выходные выходит. Как в любой момент, даже ночью можно позвонить, он все сделает как профессионал. Есть у Дмитрия Овчинникова и рабочий кабинет. Бывает он в нем редко. Большую часть времени у машин, под машинами или в пути. На севере даже самая надежная техника нередко выходит из строя. А значит, всегда нужен тот, кто качественно и в срок вернет ее на линию. Руслан Фаткулин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».